Привет всем, с вами Лига Music Wars. Ребята, сегодня мы продолжаем разбирать автоматизационные программы для игры в Music Wars. И сегодня у нас на очереди Music Walker. Ребята, Music Walker является спонсором нашего сегодняшнего выпуска. Вот, как-то так примерно. И, соответственно, на это Рождество, ребята, вас всех ждет подарок. В дальнейшем видео я его весь опишу, а сейчас давайте к заставочке. Ну и давайте сейчас без долгих отлагательств к разборе самой программы. Версия сейчас нашего автоматизированной системы управления 1.5.6. Скачать вы ее можете с сайта. Внизу я оставлю полностью в описании всю инструкцию. Но те, кто знает, как им пользоваться или нет, то есть тут надо посмотреть. Во-первых, вы запускаете, программа активирует вам код. Она для каждого код является уникальным. Он генерируется на основании вашего компьютера. Вы его выделяете, копируете, соответственно. Переходите в группу, ребята, группа Music Walker. Здесь постоянно происходят розыгрыши ключей, так что можно здесь остаться и вступить в группу. А вам нужен Юрий. Юрий является администратором здесь. Пожалуйста, ребята, делайте что? Вы пишете ему сообщение, вставляете сюда ключ, дальше пишите. Подарок на Рождество от Лига МВ. И все. Нажимаете отправлять. После чего вам ничего не приходит в сообщениях. Ваш ключ в течение 24, ребята, часов начнет работать. Ну, то есть, соответственно, свои 7 дней вы получите. Ну, я уже тещу, уже проверяю, как он работает. Я как бы очень доволен. Программка очень симпатична, отличается, конечно, от предыдущего бота своими определенными фичами, но оно, конечно, того стоит. Всегда стоит посмотреть все, прежде чем выбрать лучшее. Ну и вот так у нас выглядит загруженный бот. Он подгружает полностью игру, соответственно, в себя, и без всяких проблем уже ее потом используют из кэша. Что вам нужно, прежде чем запускать? Обязательно вводите настройки. В настройках выбираются все параметры чисто по вашему персонажу. Для каждого персонажа он отдельный. Играть в Мосбокс или не играть, какие призы получать или какие суперпризы собирать, вы тоже выбираете сами. Соответственно, характеристики вы тоже выбираете сами. После чего, если вы бьетесь на территории, Music Walker способен один раз там в 3-4 часа использовать конфеты, которые у вас есть в инвентаре. Если у вас много конфет, пожалуйста, пусть он ест. Но не только конфеты, но может собирать также и напитки, которые также есть у вас в инвентаре. Так что они не пропадут. Все будет прям супер. На карте более сложная система. Участвовать в боях, если энергии не больше столько-то. То есть, ну, то есть, и он здесь сам подбирает определенные, ну, то есть, уровни боев. Все зависит от противника, который выберете, какие вы поставите. Пройдитесь, пожалуйста, по настройкам, по всем, всех описывать не буду. На музмехах, соответственно, есть небольшое различие между прошлым ботом и этим ботом. Этот спокойно ходит на элитке, здесь не надо выставлять время как таковое. Но здесь нет, допустим, обычных элиток. То есть тут смотрите сами. Больше, скажем, подойдет не для донатов, потому что я тоже бьюсь только на элитках, поэтому это все неинтересно. Но зато здесь есть такая функция, как хождение на экспедиции. Вы записываетесь на экспедицию, вы открываете, соответственно, браузер для работы, и после чего выставляете все параметры, что должен будет делать на каждой из засад, и он спокойно ходит в экспедиции за вас. В городе, соответственно, у вас сбор идет турнирного клуба Шаолини, там участвование в пивбаре, все очень стандартно. В самой группе же это боевые вещи. Ну, когда война идет, чтобы бот не просто так, он не пропускал эти войны. И здесь же бусты. И здесь же, ребята, все
все ресурсы в резиденции он может собирать сам, что в отличие от других ботов просто нету. Вот этим является его уникальность. Также эвенты у нас подземка. Ну, то есть галочку ставить, если надо участвовать, и участвуйте. Бойцовский клуб. Также ставите галочку, участвуйте, настройки все ниже. Дрожь земли. То же самое. Выбираете, по какому этажу бегать, что делать. Все будет делать он за вас. Ну и дополнительно, конечно, подпись программы в заголовке. Это то, что написано у вас наверху. Выберите, допустим, название какого-нибудь из браузера. Допустим, Google Chrome, версия 5.63. Или Mozilla Firefox, версия 5.62. Там. Такое. Дальше выбираете, через что у вас входит бот. Это обязательно, потому что при кнопке «Запустить» данные автоматически передаются туда, и он активируется и начинает работать. Ну, как вы видите, я работаю под админом на musicwars.ru. Мне спасибо большое предоставила администрация аккаунт для тестирования ботов. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну, как-то так. Ну и вообще я хотел отдельно сказать спасибо за то, что ребята сделали обход сетей Украины для блокировки сетей ВКонтакте. Ну, вы знаете, это такая сейчас проблема очень большая. Ромка мне писал, предыдущий бот не может такого сделать. Это тоже одна из уникальных способностей этого бота. Ну, после чего, когда вы прошлись уже все, вы сохранили эти настройки, нажимаете «Запустить». И бот запускается, вводит ваши данные и начинает играть. Он начинает вам бить территорию, ходить на музмехи, все, пока вы отдыхаете. В общем, давайте подведем небольшие итоги. Скачайте программу. Это первое. Второе. Копируете ключ, передаете его Юре с надписью «Подарок на Рождество». После чего ключ активируется в течение 24 часов. И вы заходите уже, нажимаете старт, открывается бота, проходите в настройки, настраиваете вам бот так, как вам нужно. И пользуйтесь, ребята, 7 дней лафы еще дополнительно. Поздравляю вас всех с Рождеством, ребята, отдыхайте на Рождество. Пусть у вас все будет хорошо. Акция на данного бота продлится с 7 по 14 число. В любое время по ссылкам внизу в описании проходите, пишите Юрию, проверяйте программу, если кому-то понравится, соответственно. Все к Юре, не ко мне. Спасибо, ребята, всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, подарки забирайте на Рождество, отдыхайте с удовольствием. Это же игра все-таки.